После матча первого круга вы признали, что «Факел» был сильнее. А как было сегодня? Сегодня, думаю, уже наша игра показала как бы неплохие качества, что ходит о борьбу, большой объем работы, работа на скорости. Понятно, что в первом тайме я бы хотел еще больше качества с мячом, потому что у нас были как бы хорошие моменты в середине поля, когда мы могли сохранять мяч, принимать мяч и разворачивать. И мы хотели очень быстро играть как бы вперед, играли в касание, где не было надо. Но ale думаю, что в 90 минутах игры игра была как бы как ze strony Факела, так и наша как бы неплохая, много борьбы. Думаю, уже болельщикам сегодня на стадионе понравился футбол, потому что команды показали как бы большой объем работы, отличное желание, характер. И в этой игре, думаю, решил один стандарт, который vlastně Факел забил, ale это футбол. Мы у нас были тоже там два хорошие моменты. Не попали в вороту. В втором тайме, думаю, Юрий Ковалев и Саня Эктов, если хорошо помню. А в таких играх не бывает много шансов, да. Когда приходит шанс, надо уметь это использовать. Один шанс, один гол. И поэтому Факел забил свою возможность и выиграл 1-0, ale можно сказать, že сегодня мы byli достойным соперником Факела, не было как в первой игре. Какой изначально был план на игру, за счет чего хотели сегодня победить? Ну, мы знали, в двух последних играх Факел всегда как бы хорошо входил в быстрые контры, в переходной фазе, да, забирал мяч и сразу хорошо решал. Надо сказать, что у них как бы отличный впереди Максимов, Апаев, Акбашев, все три игроки думаю очень качественно и умеют использовать эти моменты. Поэтому мы сегодня готовились на эти моменты, когда быстро потер, nebo в середине поля будет потеря мяча, aby быстро мы переключились назад, потому что Факел это очень хорошо использует этот момент. Это секунда, и они сразу уже под штрафным и уже бьют на ворота. Я думаю, уже там Аюпов, Сиваков, Ренато неплохо дорабатывали эти все моменты. Но только ten standard, один стандарт, который vlastně решал целую игру.